рос террористическая угроза. Одна из главных проблем современности. Ее невозможно решить без совместных усилий всего мирового сообщества. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров, подводя итоги минувшего года. Террористы вынашивают, открыто заявляют о планах создания халифата от Португалии до Пакистана. Это реальная угроза не только региональной, но и всей международной безопасности. Россия в этих условиях стремилась действовать активно, как постоянный член Совета Безопасности, как одно из наиболее крупных государств с активной внешней политикой. Мы действовали не только отстаивая наши национальные интересы, но и реализуя свою ответственность за положение дел в мире. Ключевым направлением наших усилий стало продвижение инициативы президента Путина о формировании на основе международного права и под эгидой ООН широкой антитеррористической коалиции. Действия воздушно-космических сил России в ответ на обращение сирийского правительства реально помогли переломить ситуацию в этой стране. Но это лишь одно из заявлений, которое делает Лавров. Сейчас на пресс-конференции он подводит итоги 2015 года. И к этой теме мы еще вернемся.